сегодня с утра парило. Я решила проверить, как там грибы, тренировок с утра не было. А сейчас просто волшебство. Пошел легкий дождик. Ну, я, как всегда, загребла через 5 полей на 10-е. Поэтому грибов чуть-чуть есть. Листички. Все, мало. Ну, слава богу, тащить меньше. Ай, оба допустил. Дождик пошел. Все, надо одеваться. Ну, красота. Просто иду, смотрю, красиво. Даже не хочется курточку одевать, но придется, то пойду мокрая. В общем, все, топаем домой. А теперь сворачиваем на манеж. Дороги нет, идем по полю. Все, почти дошли. Только сниму курточку. Дождь, блин, усилится. Только одену, дождь прекратится. Решила, что курточки место в ведре. Все, наконец-то. Еще чуть-чуть и дошлепали. Ура, дорога. Ну, вообще красиво, конечно, прогуляться, подышать свежим воздухом. Птичек поохотиться на грибов, которых нет. Это все Берникова виновата. Она сказала, грибы есть. Нету грибов. Ну, по крайней мере, вообще мало очень. Так что топаем дальше.